кажуть, що колишніх наркоманів не буває. Тож перевіримо насправді. Сьогодні ми відвідуємо тверезу спільноту «Крепость» і подивимось, як проводять свій день хлопці. Тож пішли! После обливания холодной водой с колодца, вода холодная, мы делаем зарядочку. Это каждое утро, это укрепляет наше здоровье, это привычка, это характер. Не всегда хочется вставать утром, не всегда хочется идти на такие мероприятия, но приходится себя заставлять. Приобретаем просто новые навыки. Каждый день, естественно, у нас проходят спортмассовые мероприятия. Сюда входит и кач, и бокс, и немножко борьбы, есть футбол. Волейбол. Парни укрепляют свое тело, чувствуют себя после этого прекрасно. В зависимости от дня и по желанию участников мы проводим либо это волейбол, либо это футбол, либо же кач на спортивной площадке. То есть мероприятия разные. Это могут быть даже шахматы или настольный теннис. Группы подобного характера у нас проходят каждый день. Утром это написание целей, вечером итог дня. В 17:00 группа в зависимости от дня недели на разную тематику. Это группы психологической поддержки, это мотивационные лекции, это информационные лекции, это лекции про тягу и как с ней справляться и многое другое. Также приезжает психотерапевт, также группы ведет психолог. Все это происходит каждый день, ребята учатся, запоминают, повторяют и пробуют. В первую очередь, когда начинается мой день, я утром прописываю в своей тетрадке те цели, которые я могу их выполнить. Как бы я по дню думаю об этих целях, пытаюсь их довести до своего конца. Обычно мы группы проводим в палатке, но так как сейчас хорошая погода и есть возможность проводить на берегу реки, мы проводим такие мероприятия на улице и дышим свежим воздухом. Ну и, конечно же, этап реабилитации, процесс – это трудотерапия. Это осязаемый труд. То, что дает возможность мужчинам сделать, получить чувства, эмоции, увидеть свой результат, и это, естественно, закрепляется. Труд на нашем сообществе очень разнообразный. То есть это и огород, и сад, и строим мы спортзал. У нас огород с каждым годом все лучше и лучше. У нас есть капуста, буряк, морковка, картошка, лук, чеснок, огурцы, петрушка, даже редиска, подсолнухи. И за этим всем ухаживают парни. Мы построили тоже две теплицы. Будем их запускать. Вот. Ну и, конечно, это живность, которая у нас живет. Там курочка, цесарки, кролик. Это больше не про мясо, а на самом-то деле это про ответственность. Парни, которые... Есть такое пет-терапия, да, это когда там лечение животными, ты вот проводишь с ними время. Это важный момент. Это ответственность мужчин, которые их кормят. Это там чуть пораньше надо встать и поменять там подстилку, вот, заказать корм вовремя. И, естественно, это, опять же таки, навык, навык ответственности, навык самостоятельности и взросления некой из участников сообщества. У Толика любимая еда – комбикорм. Не ведется он на всякие овощи, вот прям комбикорм любит. Просто надо себе правильные качества прививать, дисциплину воспитывать, так как с этим у нас у всех вот, обитателей крепости проблемы большие. Независимо от того, что приходится делать, делаю, стараюсь все качественно, относиться посерьезнее, и подавать пример младшим братьям по выздоровлению. Ну и, конечно, стратегически важный объект – это кухня. У нас есть постоянный повар, который лучше всех, естественно, готовит. И в помощь повару заступают на дежурство парни. Каждый день они меняются. Естественно, есть меню, и согласно меню каждый день повар готовит пищу. Оно разнообразное, есть и котлета, и гречка, и плов, и рассольники, борщи вкусные с мясом. С этим проблем нет. Парни кушают хорошо, потому что у нас много физкультуры и спорта. Ну, и, конечно, хочется сказать, что мы всегда говорим о том, что выход есть, реабилитация – это эффективно, нельзя этим пренебрегать, но я хочу сказать, что это если вовремя обратиться. На сегодняшний день наркотики имеют такую сложную составляющую структуру, да, что
есть и необратимые последствия. Среди нас, в нашем сообществе «Крепость», есть такие парни. Вот есть Антон. И приходится, то есть, полностью за ним присматривать, то есть его купать, кормить. И, естественно, это уже точка невозврата. Поэтому, если родные заметили употребление наркотиков у своих детей, родственников, конечно же, своевременно обращаться, потому что могут быть последствия, которые уже необратимы. Крепость – это сооружение, у которого есть фундамент. Крепость всегда считалась местом, в котором можно пересидеть сложные какие-то этапы своей жизни. Крепость также как крепость духа, сила, мужество. Вот где-то туда мы смотрим, и от этого название нашего сообщества. Начиналось все, что мы создали общественную организацию, да, которая занималась помощью алко- и наркозависимым. В процессе работы в этом направлении, да, поняли, что основное, почему уже по статистике подводили, сколько срывников у нас, да, и поняли, что в основном вот проблема в том, что когда покидает организацию, поиск работы, возвращение в свой город, где опять то же самое окружение, те же друзья, да, и пока ты там в процессе, может, ищешь работать неделя, два, месяц или сколько-то, возвращаясь опять к безделью и начинаешь употреблять. Ну и приняли решение попробовать создать какое-то предприятие, в которое при желании участник нашего сообщества сможет устроиться на работу. И вот в период, пока он будет поймет, что он хочет, да, может, он захочет пойти в институт учиться, может, он вообще не захочет возвращаться домой к маме, к родным там, или где он там до этого жил. И время у него будет подумать, но уже с деньгами. А с деньгами всем понятно, что думать намного веселей. Считаю, что в принципе это большой плюс нашей организации, то, что мы еще способствуем трудоустройству. Здесь полный рабочий день, с 8 до 5, ставка от выработки. И, в принципе, у нас конкурентная зарплата и даже выше, чем у других лесообрабатывающих предприятий. Практические занятия ребятам больше возможность понять себя, понять проблему, цель направления, куда двигаться. Суть в идентификации одного зависимого другому, в помощи. Потому что, скажем так, человек с улицы, социальная поддержка, не совсем могут понять глубину проблемы, не так глубоко. Как научили по протоколу с людьми работать с зависимыми, вот так они и работают. Но зависимому нужно что-то больше, там внутри большая черная дыра горя, страданий. И только общаясь один зависимый с другим, они могут понять, что этот человек поймет другого. Также у нас в программе есть группы для выздоравливающих, которые прошли курс реабилитации. После прохождения парни имеют возможность приходить два раза в неделю, это среда и воскресенье, поддерживать друг друга, делиться опытом, знаниями уже самостоятельной жизни, без рамок и ограничений реабилитации. А то, что они научились делать, они могут воплощать в свою собственную жизнь. Здесь они этим делятся и таким образом друг друга поддерживают. Также можно обращаться за разными, такими как там, юридическая помощь, там, например, медицинская помощь. И уже есть у каждого знакомые новые, и парни делятся этим. Так друг другу помогают и поддерживают. Они могут идти сюда по собственному желанию. Это бесплатно, это поддержка друг друга, интерактив равный равному. В таком формате это проходит.